девочка. Мне надо широкий горшок. А вот нет широких горшков. Девушка, печку нельзя? Духовку? Можно, да? Можно все, да. Молочко утопленное. Да, все, готовить можно. Начинать. Вот я про это говорю. Да. Ставьте наши горшечки на плиту и везде. Только подальше отойдите. Пищу-то можно не готовить? Да. Очаровательные горшки, чудесные. На что ходить? На вкус, на вид. Положить в них что-нибудь, и то вкуснее станет. Вот он. Звон-то какой-то, смотри. Смотри, смотри, вот там будет. Ну что это за мелочь? Куда ее одевать, ну, и что с ней делать? На каждого человека по горшочку. На каждого человека? Настоящим мастером быть надо лет 5 больше делать. А вас кто учил к этому? Отец как учил? У меня отец был строгий. Да, да. Старинный промысел. Еще в Петрограде, в Ленинграде аяцкие приходили сюда, на фонтанку, выкладывали здесь горшки. И вот интересное совпадение. Я на днях иду здесь и думаю, вспомнил почему-то, надо посмотреть, что вот когда-то торговали тут аяцкими горшками, и сегодня вдруг вижу, торгуют аяцкими горшками. Вот такое совпадение. Вот это более... Как музыка. Это даже на охоту ходил с этой штукой. Рябов манила. Так вот, значит, так. Сначала, когда еще было 7 лет, я начал делать вот эти игрушки. Со свистулек начал делать. Делал я по сотни штук, до сотни штук, даже больше делал. Ну, платили тогда мало, 5 копеек за сотню всего. Ну вот. А потом, когда уже подросту, стал горшки делать. Когда стал горшки делать, тут ружьишко приобрел. Пошел на охоту, вот приятеля тут пригласил, собачку, и пошли. Ну, пришлось немножко там заложить на охоту, это уж такое положение охотников. Охотники, рыбаки, это такой народ, без этого, значит, у них дело не пойдет. Потом, когда к дому пошел, смотрю, зайцы прыгают в воду, там с островка, ну я что, лодку. Сейчас в лодку, давай таскать их на лодку. И вот вытаскал этих зайчиков. Прихожу домой и с зайцем, и совсем, не понимаете. Старинное русское село Алеховщина, знаменито гончарным промыслом. Много ли осталось гончаров? Вот они, люди редкой на Руси профессии. Гончарный круг. Возле него вырастали семьи. Отец менял деда, сын отца. Все шло как истри заведено. И только воины отрывали мастеров от привычного дела. Уходил в 41-м на фронт и Григорий Романов. Горел, да не сгорел, да не сгорел.
Молча зорко мы глядим вперед, да! Рубежи свои храним, сохраним. Будет предспокоен наш народ, вперед глядим, не проглядим, не проглядим. Понимаете, на вечеринку просто прогуляешь долго, ну, а отец был строгий, приходишь, он сразу там, это как будто, значит, а уж ты чувствуешь, что он просто, значит, догадался, что она как-нибудь от нас, как будто, парень, надо вставать, ну, боишься сказать слово, значит, встаешь тихонько, отправишься, идешь за завод, а там, понимаете, стал голодать горшки и задремал. А он в это время, у нас станки-то рядом, берет эту ширенькую крылочку и мне на голову. Ну, думаю, завтра-то хватит. Ой, Кулька, больше я к тебе не приду. А как только вечер, опять ищу, где пальтишко. Опять прихватишь, пойдешь, но ведь охота прижать-то тоже ведь. Молодое дело было так. Прижмешь было к сердцу. Эх, так, понимаешь, всякое за сердце и хватит. У меня была Демьяночка, тоже Настя звали. А мне на Насте это весло, конечно. Так вот, потом мать ее, понимаете, увела домой. Девки виноваты. Она работала там, на Цветочной улице, за Московской заставой. А их 12 человек было, девчонок-то. Ну вот я к ней присватывался. Ну не я, конечно, она сама присватывалась. В кино увидала, да как-то, значит, ну что, ведь парень, просто хоть маленькая, знаешь, завлекательный. Ну вот она, понимаешь, меня и шужи. Пошли. Устал. Как сказывал, так и жил Петр Лаврентьевич Цветков. Лена Буркальцева – горожанка. Окончила училище под Москвой и приехала в Алеховщину. Гончарам без художников не обойтись. Делаем горшки. Делаем около 1000 в день. Но даже самый простой горшочек требует, конечно, сочетания мастерства и вкуса многих людей. Здесь и гончары, и расписчицы, и глазуровщицы. Все вносят свою долю любви в это изделие. Ну и, конечно, много очень зависит от нас, художников. Я должна, например, вперед видеть, каким будет этот горшочек. Цвет его, форма, роспись его. Ну и вот думаю, почему керамика сейчас так популярна? Почему вот ленинградцы с такой радостью покупали наши горшочки? Может быть, потому что каждый горшочек ассоциируется у людей с какими-то своими воспоминаниями, со своим детством. Каждый горшочек хранит в себе еще теплоту человеческой ладони. 1,5 миллиона горшков каждую весну отправляли отсюда в Питер. Вот так иногда прошлое возвращается в нашу жизнь. Прикоснувшись к нему, мы становимся чище и добрее сердцем.
конечно, не только горшки я делаю. Я больше люблю работать над своими вещами. Над ними работать интереснее. Здесь и больше воля фантазии. Каждый материал требует каких-то своих форм. Наша глина, она всегда должна быть округлой, всегда мягкой, всегда наполненной. И в цвете, и в самой форме. Мы сейчас в нашей аятской керамике стремимся также найти свой стиль, найти свою роспись, сделать ее яркой, нарядной, но с каким-то ленинградским духом. Конечно, горожанам на что глиняные горшки? Как будто там теперь есть разные посуды. Зерна всякая, понимаете, цинковая, всякая. А вот сейчас горшки не знают на что. Но дело в том, что вот когда встречаешь городских людей, то они почему-то их обожают. Говорят, там нет какого-то настоя, никаких не наслышал ничего, ни на что. И вот, может быть, из-за этого, не знаю.